всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Пикачу, Бульбазар, Фантом, как всегда, отличное настроение, пацанчики, скажите привет. Привет. Всем привет. Здрасте. Сегодня у нас очень классная рубрика, аниматроники, поэт охранника, карта FNAF 3, самая любимейшая, которая есть во FNAF'е. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Пацаны должны тут сделать себе калитку смерти, вот такую, которая даже... Слышь, ты меня сразу 150 хп отнял. Ого, ты псих. Давай, добивай меня уже, добивай. Калитка-убийца. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Веселимся, угораем и мочим друг друга бешеной калиткой. Бабушкины калитки в действии. Ладно, давайте. Даю вам еще чуть обустроиться, там же у вас еще есть вентиляция. Вентиляцию тоже заделываете? Я поставлю. Давай, смертельная калитка 2.1. А мы пока здесь погуляем. Извини, обстоятельства. Ой, ё-моё. Эй, ты чё с гранатой ходишь тут? Блин, у меня же жизни мало, 750 жизней всего. Ой, я аж застрял от взрыва. Там мои эти люстры шатаются по всей карте. Мы на этой карте очень давно не играли. Кстати, карты FNAF 3 где-то 6 разных версий. Это одна из них. Пацаны, вы там строитесь? Эй! Ух ты, 400 жизней осталось. Надо внимательно, надо крошку не подпускать к себе. Вот он какой-то бешеный. Так, я слышу вас, калитка в действии. Все четко. Ах ты. А что ты хотела с ножичком на меня? Не получится. Еще твою труп буду пинать. Ты маленький. Закрывай! Пацаны, ну что вы? Пригвоздитель не работает против меня. А нет, ты не попал по мне просто. Отлично, Бульбазар, молодец. Мочи своих, мочи. Тебя забанят потом в следующий раз. Ух ты, калитка мне по жопе дала, нифига себе. А блин, меня пригвоздили. А ваша калитка ничего мне не может сделать. Тихо, я вспомнил. Ты чё оружие такое жестко берешь? Давай. Туалет придавил Бульбазавра. Так и можно эту дверь удалить? Её нельзя удалить. Карта очень маленькая, но мне нравится она. Гори. Я сожгу тебя. Слышите меня? Нет. Я слышу, что кто-то горит. Это я горю. Я по вентиляции иду. Нет у тебя на вентиляции? Нету? А, нету вентиляции у меня. Слышишь? Да. Какие-то звуки еще издаю? Нет. Я готов тебя убивать. Одинаковый звук. Это тоже звук такой же. А зачем вы дверь удалили? А ее никто не удалял. Я знаю, где ты. Где? Я же добрый. Рубль не работает. Дамажу. Я дамажу, кстати, по чуть-чуть. Ай-яй-яй. Убил. Блин, да ну нифига себе, ты меня уничтожил, а не убил. Это не убийство. Это издевательство над игроками. Так, маленьким Фредди. Давай, иди сюда. Ой, чё-то дамажу неплохо. У меня жизни нереально много. Крошка, ты молодец, что ты всех дамажишь. Это обстоятельства. Ты не представляешь, насколько у меня много жизни, я даже не знаю, как ты меня можешь убить. Ух ты, надо валить. Не убежишь далеко. Все, я понял, миссия уничтожена, успешно. Ух ты, аж немножко пролагала. Монетка не работает. Не успел. Нормально, да, пацаны? Димаш, соседерский. Жестко. Я иду. О, ты оружие это взял? Да. Оно не поможет против тебя. Ну конечно, я же за угла могу мочить тебя. Я же псих.
Никто не может убить этого аниматроника. Я хожу как охранник, руки за спину. Ты ё-моё. Ну а что ты хотел? Ну жёстко. Монтировка хотел меня убить. Ещё бы чуть-чуть и попал бы. Ещё бы чуть-чуть. Боже. Ну надо да. Надо тебя найти. Вы сможете, пацаны, я вас верю. Я здесь на крыше, я тут дом себе сделал. На, лови. Ой, ой. Так. Лови. Давай, давай, кидай, кидай. Шпоньк. Отлично. Вот это они хотят меня уничтожить. Но у вас, пацаны, ничего не получается. Так, 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 отлично. Чиньк, чиньк. Я принес себе коробочку. Чиньк, чиньк. Ах ты. А чё я умер? Получается, я в ком-то появился, что ли? Я взорвался вместе с тобой. Не получилось у тебя. У меня 10 тысяч жизней, осталось 900... 9500. Не подходите ко мне, я здесь этот орудую. Я самоубиваюсь, взрываюсь. Так, подожди, тут столько аниматроников классных у нас есть. Так, я по вентиляции лажу. Кстати, прикольно у него этот. Анимация классная. Ой-ой-ой, пацаны хотят меня выкурить. Не-не-не, не получается. Ух ты. Ой, как я звук это нечестно. А что вы делаете? Друг друга мочите? Нет. Да я вижу, крошка-крошка, не кидай гранаты эти красные, ты убиваешь своих. А я пока полажу. Нормально у нас все. Все проходит четенько. Пацаны пока убивают друг друга, а мы здесь походим. Ого, граната взорвалась. Извини, обстоятельства. Я попал шаром? Нет, нет, не попал. Ладно, попал, попал. Но жизнь... Ой, а что-то меня подлагивает. А, это оружие вы взяли, не берите его, пожалуйста. Сейчас мы возьмем другого аниматроника. Кто у нас тут еще есть? Что-то не дамажит твои шары. Я так медленно иду. Так. Я нашел, режим. Что против тебя взять. А что, что, что? Сейчас увидишь. Ой-ой-ой. Убил. Ты бессмертный. Нет. Я умер. Только анимация звука идет до сих пор. Хорошо, пацаны. На том месте идешь. Вы прям хорошо, вот знаете, прям мочите меня. Давайте, испоганьтесь. Мы испоганимся. Ну блин, ты ее сзади убил. Я пошел, да. Я псих. Да не, я что за... О, я звуки классные издал, слышите? Ага, хорошо, хорошо. Да вы задрали! Так, я позвал своего друга чужого. А что вы так мочите? Я тоже хочу вас убивать как-то. У тебя не получится убивать. Ну вот, смотри, одного нету. Я съел его. Вот еще одного съел. И еще одного съел. Кто? Ух ты! Офигеть! Чуть не умер. Классно, мне получается вас убивать. Это нечестно. Честно? Как это нечестно? Это незаконно. Я же чужой, я могу убивать вас. И меня с офиса убил. Да это невозможно. Это возможно. Нет, у меня и крошка-крошка не светилось имя, я вот тебя не убивал. Так, где вы? Вы спрятали.
Ух ты! Еще б чуть-чуть! Ё-моё! Меня калиткой прибило. Почти попал по тебе. Отлично! Отлично, ребята, я сегодня очень голодный, вы такие вкусные все. Так. Ах ты, вот так вот значит, да? Хи-хи. Так, 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 я знаю, ты оружие взял, это читерское. Я тебя сейчас одного высмокну и убью. У тебя ничего не получится. Да. Ну не стойте возле меня, я же вас всех убью. Да блин, я режим полета хотел отключить, вы меня убили. Я вам поддаюсь, пацаны, вы понимаете, что это подача идет? Мы верим тебе. Верите, да? Нет. Не верите. Нет. Сейчас попробую взять аниматроника, который невидимый становится. Ой, в жопе труда кто-то у меня оказался. Так, 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 так. Ничего не получится. Нормально. Все получается. О, да, ты взял. Да, скрабэби взял очень жестко. Да. Кто будет выходить с офиса, будет умирать сразу. Я не дам никакого шанса. А как? Где ты меня убиваешь? А я невидимый сижу на проходе прям. С офиса. Получается, как только выходит кто-то, я сразу мочу его. Отлично! Тебя не было-то. На записи посмотришь, я сижу невидимый. Пустите. Хоть читер. Отлично! Ты не попадаешь по мне, просто не попадаешь. Классно получается, мне нравится. Мне кажется, ты убежал оттуда. Нет. Я тебе не верю. Почти успел. Вот я был. Я псих. Как я псих. Вот это вы там разошлись. Меня можно только убить одним оружием, очень мощным. Мозгой? Нет. Ой, ё-моё, на меня гранату прицепили. Давай, давай, пацаны, мочите его гранатой. А у меня много жизни, я не умру. Мы тебе сейчас поможем. Я же сказал, мне я очень жесткий аниматроникс. А, вон он ты где был. А, нет, тебе тут. Вот где я. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите рубом ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!